Безопасность на дорогах. Чем ближе лето, тем острее становится этот вопрос. Число автомобилей на улицах Анапы увеличивается в разы, и очень важно, чтобы все участники дорожного движения соблюдали правила. Пешеходы – не исключение. Нарушаешь – неси заслуженное наказание. Например, за переход проезжей части в неположенном месте придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей. Какие дополнительные меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах, рассказал заместитель начальника ГИБДД города-курорта Алексей Говоров. Неоднократно поступали жалобы от жителей города-курорта Анапа на организацию движения по данному участку дороги, по улице Тургенева. Решением комиссии было установить дорожные знаки 3.27 по правой стороне улицы Тургенева, запрещающие остановку, стоянку транспортных средств. И, соответственно, когда будут установлены дорожные знаки, будет организована работа эвакуаторов по улице Тургенева. Приближающийся летний сезон ставит не менее важные задачи. С июля ужесточатся правила перевозки детей. Перевозки детей запрещено использовать автобусы старше 10 лет. На этом мы заостряем особое внимание и просим руководителей детских здравниц заранее побеспокоиться о заключении договоров с индивидуальными предпринимателями и с руководителями транспортных предприятий на перевозку детей в летний курортный период. В рамках программы «Безопасная улица» для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями на особом контроле стражей порядка водителей в состоянии алкогольного опьянения. За два первых месяца текущего года составлено 23 административных протокола на нетрезвых водителей. И это одно из самых опасных нарушений, и штрафы соответствующие. 30 000 рублей и лишение права вождения автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.